მოგესალმებით ალეკო დაგვეხმარები შენ ალბათ გადათარგმნაში. კი, გადავთარგმნი. პირდაპირ აი ჩამოსვლის მიზეზზე მინდა ვილაპარაკო, ანუ ვიზიტი, რატომ ჩამოვზადა ბატონი გარიკი დღეს ჩვენთან საქართველოში, რომ გადაუთარგმნოთ ეს ხა ჩვენ. ბატონო, გარიკჯან, ერეკოენ ერქოჟამ ჰაერენ პარაპესი ეს თუ სავატანემ ენ ბოლორო ეკავ ინ თბილისი. Okay, we had a great celebration year round because we had established Armenian Club of Jolly and Witty 20 years ago. Yeah. That's why I've been in Yerevan. Yeah, very well. Он сказал, что... Армянская лига КВН 20 лет. Oh. И в Ереване праздновали это событие. Кстати, мы тоже были, да? Yeah? Хо. Хо. Было широкое празднование КВН 20 лет в Армении, и после этого начался автопробег. Мы на машинах из Еревана приехали в Севан. В Армении есть озеро. А если ты Табаарсе был? А такое озеро существует, да? Да, ну, вопреки тому, что в Грузии думают, что в Армении вообще ничего нет, озеро есть. Есть озеро. Красивое. Красивое озеро. После Севана мы приехали в Тбилиси. Отсюда поедем в Ростов-на-Дону на машинах, из Ростова-на-Дону во Франкфурт. А, Франкфурт. Но это не обязательный пункт. А ну. Франкфурт переводится на грузинский как-то? Франкфурт. Фу, не существует. Франкфурт. Франкфурт. Ростов считался, а мэре Франкфурт. Франкфурт, а банкарь бодрал, цирца. А ну, сам хочу, а вы, мэре, чем вы видите, сакартуэлоши, а к стумропт. Стумробс, да, мерец, а Ростовщи да Франкфурт. Сам то, что это дарит, если ты бодури, да, батону гарикро, мить чамоди, схоз тумари, ол самопсо, а и специалу, а я им гадат семи стуи, чамоведи сакартволоши, да, да. А это кое-что, а это что я ламазу, трагат не идет. У нас вообще очень стильно в Грузии, когда какой-нибудь гость приезжает, всегда говорит, что вот я специально из-за этой передачи приехал сюда. И может вы тоже так... А из-за вашей передачи? Да, да. Может, ты тоже так скажешь, Гарик, что вот специально. За это отдельно платят или просто можете? Не, я, если по-дружески, я могу сказать, что специально приехал. По-дружески. Но это не так на самом деле. А, да. О, ну это вырежется. Какой в эфире момент? Вырежется. Вот это не так. Хорошо. На, значит, я специально, мне говорят, куда ты хочешь поехать. Мы сидим в Ереване. Значит, пришел, подошел к нам посол Бразилии в Армении. Говорит, есть, говорит, два билета в Рио-де-Жанейро, рядом стоят девушки в перьях и так далее. Говорят, самолет готов и так далее. Я говорю, я не могу, потому что на Руставе 2 шоу Вано. Этот посол Бразилии мне говорит... Уже наклонился ко мне, говорит, ты что, сумасшедший, что ли? Я говорю, нет, я не сумасшедший, просто не могу Вану отказать. Пригласил, я должен поехать. Ну, не могу человеку отказать. Там еще ори варианты. Много куда приглашали. На финал Лиги Чемпионов приглашали в Уэмбли. Концерт Стинга должен быть в Москве, потом в Киеве, Элтон Джон и так далее. Я все отказался, я говорю, там, у ребят эфир, я только к Вану. Ну, то есть очень дружим, это же дружеское. Очень, очень сильно. Да. Я даже хотел Вано поцеловать, потом вижу, люди зали. Рапасиани, то есть иногда не бывает. Другой? Рапасиани, иногда не бывает. Это сколько стоит вот это предложение, что ты сейчас сказал? Что хотел? То, что я сейчас специально приехал? Ну, у вас какая валюта в Грузии? У нас лары. Нет, так не пойдет тогда. А есть доллары на канале? Да, да, есть. Есть? Есть? Есть. Сколько? 10. 10 долларов? Вы бедный канал такой? Не бедный, 10 это очень много. 10, все, пойдет. 8 отдадите мне? Конечно. Мелочью 10 долларов? Нет, купюрами. Все, я согласен. 8. 8. 8 долларов. О, 2 доллара. За 8 долларов я до Ростова доеду? Сколько бензин стоит? У нас? В ларах? Да. Или в долларах? В долларах доллары 20 центов. 30 центов. Да.
Остальное пешком бежать не дорого. Я до Гудаури доеду за $7.5. Там, ребята, ну, там уже другая страна, пускай они сами принимают. Сами разбирайте. Хорошо. Там мне тоже дадут $7.5. Везде, где друзья, видишь, как хорошо. Просто Россия. Каждый немного дает денег, ты доезжаешь куда хочешь. Хорошо, Карги, и госсегре, Рогорт Скенит, еще мизлец $100 смогся, мне армичишься, хлам, Магдани. Можно и $9, то есть не так. 9? Есть. Не, швиди тоже нормально, я даю. С половиной как будет? Швид на хевары. Как? Швид на хевары, 7.5. Это долго, нет, 9, давай 9. 9. Не запомни то. Давай 9. Ай, рабдират каргати чтоб сакартвелос. Мы сейчас чекитхам. Насколько хорошо ты знаешь Грузию? Вот такой. Я Грузию знаю очень хорошо, потому что я гражданин Армении, будучи жителем Армении, сейчас, к сожалению, не в Армении живу, или к счастью, живу в России. Непонятно, пока не решил. Наверное, так, к счастью, живу в России, к счастью, часто приезжаю в Армению, и получается, что в Грузии тоже часто бываю, и в детстве часто бывал, и очень хорошо знаю. Если ты в Грузии разъезжаешь на машине, ты много городов, наверное, знаешь. Да, конечно. Ну, какие? В алфавитном порядке у вас как принято? Или как в прогнозе погоды? Ареула, да, ареула. Завтра можно в поте как... плюс 7, плюс 9. Есть прогноз погоды? Да, да, есть. Значит, какие знаю? Батуми знаю. Но это кто не знает? Это нельзя хвастаться этим, да? Да. Поти знаю. Ну, поти кто? Поти. Кто не знает? Поти, правда? Поти, да. Зугдиди. Зугдиди. Это же в Грузии? Да, в Грузии. Зугдиди. Гори. Гори, где Сталин родился? Да. Да? Хашури. Гори. Что? Хашури. Хашури. Хашури, где Джамирокуай группа образовалась. Там же, да? Рустави, как ваш канал называется, да? Да. Я сначала думал, это город называется Два, оказывается, Рустави. Канал, да. Рустави. Тбилиси. Тбилиси же город? Есть статус? Тбилиси — это оазис. О, вот. А еще какие? Кутаиси. Как мы Кутаиси забыли? Я в Кутаиси был в Макдональдсе. Кутаиси Макдональдс. Да. Кутаиси есть Макдональдс. В Ереване, например, нет Макдональдса. Серьезно. А в Кутаиси есть. Может, Кутаиси сделать столицей Армении? Можно? Согласятся там? Надо спросить. У кого? У кутаистцев. Сейчас или после программы? После программы сделаю. Хорошо. Карги, алло, мне интересно, если что-то су актуалурия сопхур картули анекдотами, да? А ну, сопхур это картули. У нас очень актуальные анекдоты про армян и грузин. Ну, расскажите. А рыть мне. А я должен рассказать? Как? Такой не были вариантами, ту как-то. А ну... Про армян и про грузин. Армянин с грузином едут в поезде. Ну, это в России, допустим, или в Украине. Здесь же не едут вместе. Или есть поезд? Ереван, Тбилиси. Есть поезд? Есть, конечно. Ну, тогда из Еревана едут в Тбилиси. А может, из Тбилиси в Ереван? Это грустно. Из Тбилиси в Ереван, да. Чтобы веселый был. Веселый анекдот. Вот армянин с грузином из Тбилиси едут в Ереван. Ну, друг друга не знают. Просто в купе сидят. И вдруг заходят две девушки. Говорят, здравствуйте, мы с вами едем, садятся с вещами. Едут, едут, и грузин хочет прикольнуться над армянином. Говорит, слышал, Виагра есть такие таблетки. Армянин говорит, это что? Говорит, такие таблетки пьешь, в 9 вечера выпил, до 9 утра можешь сексом заниматься. Армянин говорит, 12 часов подряд? Он говорит, да. Успокоительное? Но это я так рассказываю, вы можете наоборот рассказать, как будто армянин спрашивает у грузин. Этот анекдот как не расскажи, он все равно смешной. Окей. Кай, чен, бибида, макуреба, сутхал, че гушин, этот виджекит, этот капеши, садат сале, бей, рагаце, би, гавихсен, это мидаро, руард кару, рагаца, шекитхо, битвар, шемогу апарос, история, пидапир, гадавал, ам темазе. Да, мы вчера сидели, помнишь?
Да, мы не хотим скрывать. У нас не то, что подготовленная программа, просто мы все вчера встречались выпить кофе и очень посмеялись, поэтому сегодня такие грустные. Все эмоции вчера выдали. Хода, ну, рагацеби мне дают, а я этот первый, ари, если ты церал за историю, ну, могла. Да, писатель Довлатов, видите, что рассказывал. Сергей Довлатов есть советский русский писатель, который наполовину, значит, со стороны матери армянин, а со стороны отца еврей. Но он русский писатель. Ну, серьезно, это так. Он ленинградский писатель, очень, конечно, сильный писатель. И книги у него очень и смешные, и грустные. Но он жил в Нью-Йорке уже последние годы жизни. И вот у него есть маленький рассказ, который называется «Когда-то мы жили в горах», про своих армянских родственников. И там есть смешной момент, он рассказывает про своего дядю, который сделал дома шашлык и загорелся паркет, соседи вызвали, значит, милицию. И вот этого дядю скрутили руки милиционеры, а он пьяный был, по-моему, дядя, я уже не помню этот рассказ точно, вино выпили, коньяк. И он говорит, это последний раз был, когда я увидел своего дядю в жизни, ему там, писателю Довлатову, было там то ли 12 лет, то ли что-то. И последнее, что он ему сказал, когда милиционеры уводили, он говорит: Сережа, запомни, мы, армяне, должны держаться вместе. Потому что если мы будем держаться вместе, нас будут уважать все, даже грузины. Из чего стало понятно, что дяде Довлатову остальные народы не очень интересовались. Ему главное, чтобы грузины его уважали. Про Меладзе ты еще рассказывал вчера. Но Меладзе это хороший пример грузинского юмора. Я, к сожалению, не знаю, это было на самом деле или нет, но рассказывают, что это было в действительности. Меладзе стоял в каком-то... Валерия Меладзе же знаете певца? Да. И Валерий Меладзе стоит в аэропорту, запаренный, в очереди в какой-то, улетает, то ли прилетел, то ли с гастролей, то ли улетает. И вдруг подбегает к нему девочка и говорит: «Здравствуйте, здравствуйте, а вы же Сосо Павлиашвили?» Валерий Меладзе. Он говорит: «Нет, я Тамара Гверцители». И дал автограф, написал. Тамара Гверцители. От Тамары Гверцители. Ай, Мимино заиго, где эти амбов. Да, Мимино. О фильме «Мимино» ты еще рассказывал. Когда, я не знаю, все смотрели фильм «Мимино», да? Георгия Данель. Но вдруг не показывают уже этот фильм. Показывают, до сих пор показывают. В 3D там все есть? Да, формат 3D. В Армении, потому что в 3D уже показывают. Уже? Да. Значит, этот Георгий Данель, режиссер, он, ему можно поаплодировать. Это один из великих режиссеров, да. Рассказывает, как они жили в гостинице «Россия» и снимали фильм «Мимино», и Вахтанг Кикабидзе все время прикалывался над Фрунзиком Макарчаном. Ну, опять же, такие грузино-армянские темы, потому что вы же знаете, где грузины и армяне садятся, армяне начинают говорить, что там... Помнишь же анекдот, когда грузинское радио объявило, что на глубине 5000 метров под Тбилиси обнаружены телефонные провода? Что доказывает, что в Грузии уже 5000 лет назад была телефонная связь. Помнишь анекдот? Да, и армянское радио говорит, что на глубине 5000 метров в Ереване вообще ничего не обнаружено, что доказывает, что уже 5000 лет назад сотовая связь была. И вот в этом настроении явно они с утра до вечера прикалываются друг над другом, в том числе и серьезные истории рассказывают, когда там явно Фрунзик рассказывал, что Армении 1 500 000 лет, а Кикабидзе явно рассказывал, что в Грузии есть дуб, внутри которого живет золотой павлин, внутри которого нет. Вот эти истории. И в 6 утра Фрунзик Макарчан спит, уставший после съемок, после очередного рабочего дня. И звонит у него в номере телефон в 6 утра. Он поднимает трубку, говорит: «Алло, что? Кто это?» И голос Кикабидзе говорит: «Фрунзик, говорит, ты не представляешь, только что армянское радио, вот я слушал, объявило, что армянские археологи обнаружили под Ереваном каменную плиту,
на которой написано, что Армении 50 тысяч лет. Ну, в 6 утра. Этот после паузы Фрунзик Макшан говорит: Вахтанг, а эти армянские археологи не могли эту табличку где-то к 11, к 12 дня? Чтоб я выспался. Да. Потом найти эту табличку. Но это к армяно-грузинским тем, что это всегда очень весело. Причем непонятно, кто прав, кто не прав. Непонятно. Да. Невозможно доказать ничего. Насчет блюд тоже, ведь есть это грузинское блюдо, нет, это армянское блюдо. Толмаху картулия. Да? Толма это же грузинское. Нет. Сейчас сегодня вы увидите драку в прямом эфире. Дорогие телезрители. Нож есть у тебя? Нет, только драка. Нет, долма Куган. Нет. Долма это армянская, потому что грузины не догадались бы мясо прятать внутри чего-то. Это я явно армянская придумка. Чтобы не сразу было понятно, что внутри мясо. Да? Хинкали тоже ведь прячем мясо. Да, но хинкали, видишь, фантазии нет. Хинкали одинаковые, а долма разная бывает. Там из виноградных листьев капуста, там помидоры, баклажаны, перец. И гость смотрит, он не понимает, что внутри мяса может даже не съесть. Нет? По хинкали сразу понятно, что не тесто же положили, явно внутри что-то есть. Нет, хинкали это, да, чисто грузинское. Хинкали это очень... Но шашлык не умеют делать в Грузии так как в Армении. Вообще умеют? Сейчас уже скоро драка, уже 30 секунд. Нет, ты у нас гость, поэтому мы терпим пока. Но видишь, зато грузинский коньяк плохой очень. Ну, по сравнению с армянским коньяком, но армянское вино хуже, чем грузинское вино. Ну, некоторые марки. Но водка в Армении же лучше 100%. Да, водка в Армении лучше. Да. Надо ехать 5 минут. Сколько нам еще терпеть? Когда у вас реклама будет? А обувь знаешь, какую в Армении делают? Это в Италии, я просто тебя... Вообще спрашиваю, знаешь, какую обувь? Такую немножко заостренную в конце. Это цветасы, что называют. Цветасы. Здесь носят, да, такие? Армяне, здешние армяне. А потом вы говорите, у нас у грузин вкус есть и так далее. Не можете всех научить, чтобы нормально одевались? Вот я пришел, явно выделяюсь я. Я нормально, даже ведущий шоу плохо одет. Что ты? У вас нету каких-нибудь дизайнеров, чтобы вам там одежду дали хорошую? Сейчас драка, уже 3 минуты, 3 секунды осталось. До рекламы осталось еще 3 секунды. Ладно, все, забыли. Это юмор. Это все смешно. Ты чурчхели сам бави. А, там было у тебя еще вчера ты рассказывал. Да, это безумно смешная история. Я чуть было не спросил, а чурчхела знаете, что такое? Прилетели из Франции. Чурчхела это же грузинская? А я просто забыл, драка уже была или... Нет, чтобы вначале же договориться. Алекс, это грузинская, да. Значит, приехали из Франции студенты, которые изучают там русский язык, и улетели обратно в Париж, а это было на Кавказе, в Пятигорске. И вот женщина, которая преподаватель французского факультета в Пятигорске, она им отправила вдогонку водку... Там сыр пятигорский, там кавказские какие-то, лепешки и так далее. И чурчхелы много. 2 пакета, много вот так мотками чурчхела. И они ей пишут электронное письмо через там неделю. Пишут там: дорогая госпожа, там такая-то, мы получили ваши посылки, водку выпили, очень сильная водка, сыр поели, сыр очень вкусный, лепешки вот эти с зеленью очень вкусные, но, к сожалению, свечки не зажглись. Мы представили этих несчастных французских студентов, как на вечеринке. Они говорят, сейчас из России нитки, свечки, нитки, да, вытаскивают. Нитки вытаскивают чуть больше, чтобы все равно спиртом обливали. Да, смешно это очень, да. Ах, сосал. Но в Армении тоже вкусную чурчхелу делают. Ты приехал в Ереван, надо было тебе попробовать. Я со своей приехал.
А я думаю, что девушка говорит, Алекс со своей чурчхелой переходит. А где эти обовикои с Карабахис? А мы поехали в Нагорный Карабах на машине нашего друга Армена, ты знаешь. Да. У него BMW. И вот мы приехали, и один из, у одного из наших друзей, родители живут там, и у них есть водитель. Такой усатый, коренастый человек. И он ему говорит, возьми ключи, отвези машину, помой и приезжай, пока мы сидим. Ну, потому что мы из Еревана приехали. И он исчез на 5 часов, его нет. Ну, мы уже понимаем, где он, потому что новая BMW, он явно гоняет по Нагорному Карабаху, друзьям показывает там, выжимает все, что 200 километров в час и так далее. В общем, приезжает на машине, выходит очень довольный, вот так, но с таким лицом интересным, говорит, ребята, а что это за машина? Армен говорит, BMW. Он говорит, что? Он говорит, BMW. Это не BMW, это Toyota. Типа очень крутая машина. Какая BMW? Это да. Как минимум Toyota. Очень хороший человек. Мне интересно. Ах, ну, чен, олапер, как твитехла, мара армия, как и не удаптовалась. Мы практически все уже сказали, но не хотим, чтобы закончилось. Может, что-нибудь... Ара, ну... А, с музыкой? Но мне, я должен показать, как играть. Не, не в том смысле, что грузины не умеют играть. Да. Не из-за этого. Я уже опять просто начал терпеть. Да. Просто я нот не знаю, и я не знаю, как объяснить. А, ну тогда маленький перерыв сделаем. Нет, это надо, это в прямом эфире надо снять, чтобы было интересно. Так, я сейчас, секунду. Оттуда можно зайти, да? Туда. Смотрите, значит, можно вас... Как вас зовут? Гена. Привет. Да. Смотрите, значит, барабаны играют вот так. Не вообще, а сейчас то, что мне нужно. У вас так мало места здесь. Очень мало места. Да. Примерно вот так. Так, теперь смотрите. А можно бас-гитару? Как раз телезрители познакомятся с вашими музыкантами. А как вас зовут? Гия. Гия. На ударной Гена, на бас-гитаре Гия. Смотрите, бас-гитара. Испортилась, да? Она не вся. Так. Да, смотрите, бас-гитара играет вот так. Да? Ага. Теперь гитара. Здравствуйте, как вас зовут? Звият? Запомнили, да? Звият, Гена, Ге, чтобы не перепутали. Смотрите, а гитара, значит, гитара играет вот. Она настроена? Нет. Глупый был, да, вопрос? Значит, гитара играет вот так. Смотрите. Это рабочий инструмент? Да. А как вас зовут? Иракли. Иракли? Да. Очень приятно. Помните, да, всех? Не забывайте. Смотрите. Значит, пианино что играет? Музыка.
Так, запомнили? Привет. А как вас зовут? Леван? Показывайте, что надо делать. Не работает труба? Труба работает. Ну... Да. Теперь смотрите, все, что я показал, это абсолютно не сходится одно с другим. Я просто хотел показать, что на всех инструментах могу играть, кроме трубы. Просто... Вот больше ничего. А что сыграть сейчас, чтобы было в эфире интересно людям? Так, сейчас я иду. Вместе с вами? Да. А вы на каком инструменте будете играть? Я на каком инструменте буду? Например, на клавишных. Да, можно? Да. А можно мне принести вот такая стойка с микрофоном? Статую. Да, сейчас. Магазин есть стоек в Грузии? Вот на такой стойке, потому что, вы знаете, очень неудобно, когда ты и играешь, и держишь микрофон. Это Раймонд Паулс еще в 70-х доказал. Он же сначала он пел и играл песни Пугачевой, потом понял, что неудобно, Пугачеву взял. Значит, песня... Раз. Поехали! All I gotta do to make you love me. All I gotta do I gotta do when lightning strikes me. Oh, nothing. Спасибо. Я, Алекс, я играл и пел как могу, а ребята как надо, поэтому им надо попробовать. Спасибо. Спасибо. Далее Диди Мадлоба. Диди Мадлоба. Большое спасибо. Далее Каргат Херит. Очень хорошо поешь. Момент она... В следующий раз вот это выучите, через 10 лет приеду, другую песню научу.
მე იმედი მაქვს რომ კიდევ გვეწევით ჩვენსთან გადაცემაში. Პირობას გაძლევთ თუ საქართველოში მოხდებით ბანკარით, ბენზინს გისხავთ ჩვენ. Ეს არის ძალიან დიდი ფუფუნება. Я надеюсь, что еще раз ты приедешь к нам, и мы обещаем, если ты приедешь к нам, бензин мы заливаем. Серьезно? Да. Тогда через неделю я здесь опять. В следующую пятницу у вас есть эфир? Да. Все, я здесь. Кто еще в гостях? Ну, приведи кого-нибудь. Музыканты будут? Музыканты будут. Слушай, а можно, чтобы вы здесь пригласили каких-то гостей, там брали интервью, а мы там стол накроем отдельно, чтобы не снимали ту часть студии. Возможно? Можно. Ану, ერთ შეკითხვას უცებ დავწვა, да, ну, ჩვენ საქართველოში და სომხეთში ეს მუსიკალური, აი, ცოტა მიმდინარეობები რაღაცა გააქვს ერთმანეთს. თქვენი შეფასებით როგორი? Да, ну, наши направления музыкальные в Грузии и в Армении похожи друг на друга. А как ты оцениваешь это? То есть похоже или не похоже? Я, честно говоря, вот в отношении музыки совершенно другой человек. Слушаешь американскую? Не то, что американскую, я и сенегальскую слушаю, и бразильскую слушаю, но я вот в отличие от долмы, коньяка и так далее, я не разделяю музыку на армянскую и грузинскую, потому что есть и у армян очень классные песни, а есть ужасающие, и грузин то же самое. Я, например, в Ереване сейчас был на концерте группы Катунер Бенд, очень всем советую. Это какой-то высочайший пилотаж этнического джаза, просто невероятный. Но вместе с тем ты можешь в Армении зайти в соседний же клуб и услышать самую плохую музыку в мире, то невероятно плохую, а в соседнем клубе самую крутую. Поэтому я бы не стал делить музыку. Музыка бывает только вот, знаешь как, Алекс, либо музыка есть, либо ее нет, как юмор. А что это с водой? Ჩვენთან არის ერთ კლუბში შეგიძლია, ანუ მეზობლე კლუბებში არა, ერთ კლუბში შეიძლება მოისმინო ძალიან კარგი და მე უცბად ისეთს. Да, у нас в одном клубе можно очень хорошую музыку и сразу очень плохую. Тут же. Классные клубы. Чтобы не ходить. Ну, чтобы люди выходили курить, да? Послушали хорошую, перекур, пока там плохая играет. Да, да, хороший клуб. Сачукарь, ча-ча. Подарок. Ча-ча. Серьезно? И. Хуанчкара. Где пьете Хуанчкара? Хуанчкара? Я не пил никогда, но выпью. Это вино, как и насколько. Нет. А это чача. Да. А что после чего надо пить? Чтоб проснуться во Франкфурте сразу. Что? Баграм, майт, овели, чем твой сын, картул коньяк с гагата. И на всякий случай грузинский коньяк. Это хороший коньяк. Это я не про этот говорил, это хороший. Он сам сказал. Сараджишвили, да? Да. Видишь, как я латинские буквы знаю хорошо? Нет, это серьезно хороший коньяк. Ты пробовал его? Теперь, да, теперь мне все три надо взять или что-то одно? Это не викторина, просто... Нет, это все три. Подарок тебе. Слушайте, это много очень. Давайте я что-нибудь одно возьму. А, да, сами и еще гости будут, вы подарите, а то сказать, армяне пришли, все забрали, уехали. Ну все, решено уже, проехали. Все три? Все три твои. Карги, сразу. И деньги дадите. 8 долларов. 9. Эхла, если ты сачукарь бачу, я могу не 6 долларов взять, та нахмарится. Мы такие подарки подарили, что, наверное, ты согласишься и на 6 долларов. Нет. Подождите. Сейчас я еще что-то возьму, вы вообще там 0 долларов. Не, соглашусь, спасибо большое. Деньги не нужны, это шутка. Деньги не нужны. Понимаю. Карги, ძალიან დიდი მადლობა მინდა. Გადაგიხადოთ, რომ მობძანდით ჩვენთან გადაცემაში. Ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივი აქვს, იუმორისტი რო ყავს. გადაცემაში უბრალოდ ეხლა ჩვენ ცხუბრობთ ხოლმე ხანდახან რაღაცები გვაქვს ეხლა ისე არა ვარ. Не, мы тоже иногда шутим сейчас, у нас тоже что-то есть. Серьёзно? А у вас юмористическая программа? ГСС. Кстати, Comedy канал тоже вот. Comedy канал, кстати, да, я вас поздравляю. Давайте поаплодируем ребятам, они открыли Comedy канал наконец-то. Потому что вот что бы ни происходило в мире, все равно людям нужен юмор в любой ситуации, да? Да. В каком бы состоянии ни была экономика, политика, спорт, где-то в футбол проиграли, где-то что-то случилось, где-то метеорит упал, где-то там наводнение и так далее, юмор в любом случае нужен людям, потому что люди должны улыбаться. Чем чаще, тем лучше. Да, поэтому, молодцы, поздравляю вас с каналом.
Авида долларзе, авида долларзе. На 10 долларов поднял. Далее Диди Манова, мы бы занялись с ним, а потом я сгисну. Через ту Марико, батоник Гарик Мартиросяне.